Всем доброе утро. Солнечно, смотрите, как сегодня. Воробишка он там на воротах сидит, греется на солнышке. И как всегда собаки соседские. Пойдем курей покормим. Да? Ты уже накормленный? Ты уже накормленный, и тебе все мало? Хвостом теплицу разломаешь. Так. Кш-кш-кш-кш-кш-кш-кш. Тут закрыть, а то собака забежит. Да, где вылазите? Скрупы сейчас дам. Полезная скрупа для яиц. Чтобы тонкая она у них не была. Ага, ага. Где у нас там петушок красивый? Вот это хромает. Красная. Красная хромает. Картошка осталась. Никто не ест. Ладно, что не с маслом. Скажите, не едят, да? Что не с маслом. Много начистила. Сварила много. И вы не едите. Едите, ешьте. Так. Да, подглядываешь там, да? На тебе маленько. На. Ой, это вкусное, да? А та, которую тебе дали, это невкусная? О, куры там еще за забором. Кричат, мы тут, мы тут. Ушли куры. Лазят, где попало. Вот все закрыто, и все равно где-то вылазят. Загонять надо идти. Ой, пальчики тут у меня, пальчики, извините. О, ты посмотрите, куда залезла. Вы посмотрите, только куда она залезла. Ну-ка, на память. Вон еще одна. Вы только посмотрите. Это летающую орлицу. Обалдеть. Сейчас еще одна прилетит. Смотрите. Вы только посмотрите. Орел. Ужас какой-то. Крылья обрезать надо. Капец. Ой-ой-ой. Вот так-то. Руку помыть и сходить на улицу. Может, еще там куры есть. На улице чужая собака прибежала. Прям лает, стоит, вызывает. Пойдем посмотрим. Прибежит и лает. О, Петя, Петя, петушок. Золотой гребешок. Красавчик мой. Давайте. Пошла я. Мухи летают. Снег лежит, мухи летают. Видите, насос на это. Огород поливаем. Когда? Лето. Убежала, наверное-то. Шмакодявка маленькая. А нет, вон она. Вы посмотрите. Вот. Сама приходит и тут ворначит. Грядка моя так в состоянии вертикально для питони, видите? Главное, чтобы земля не высыпалась. Охраняешь? Видишь, что творит? Че пришла, ругается соседская собака. Че ей надо? Поснимала я сегодня там. Надоели. Девичий виноград.